Киеве в эти минуты идет заседание Верховной Рады, на котором фактически решится судьба правительства Арсения Яценюка. Он должен отчитаться об итогах работы за прошлый год. После депутатам предстоит признать результаты удовлетворительными или нет. Три из четырех партий, входящих в коалицию, уже заявили, Кабмин с поставленными задачами не справился. Среди них и самая многочисленная фракция в Раде – блок Петра Порошенко. Провальная деятельность команды Яценюка считает и большинство простых украинцев. По последним опросам, более 70%. Главная причина недовольства – значительное падение уровня жизни, резкое повышение тарифов на коммунальные услуги, а также введение налога на пенсии. Вот у здания Рады уже начались антиправительственные пикеты с требованием отставки Яценюка. По последним данным собрались более 1000 человек.